Дорогие друзья, всем привет! Вы смотрите передачу «По кошеварим», и я ее ведущий Виталий. Сегодня универсальное блюдо, которое подойдет и взрослым, и детям, а именно куриные тефтельки с сыром и морковкой. Это очень простое блюдо, у нас не составит труда его сделать, мы с вами не такое готовили. Итак, для его приготовления потребуются вот все вот эти продукты. Мы возьмем 4 филе цыпленка, 2 яйца, какого-нибудь вкусного сыра, у меня это будет гауда, морковки 2 штучки. Луковица достаточно большого размера или 2 средненьких. Соль и перец. Можно обойтись вполне без перца, если вы готовите для маленьких детей. С ножом или с помощью блендера хорошенько измельчите лук. Натрите всю морковку на мелкой терочке. Филе цыпленка надо измельчить с помощью блендера или пропустить через мясорубку. Соединяем фарш, лук и морковь. Добавляем 2 яйца, солим и все хорошенько перемешиваем. Из получившегося фарша формируем шарики диаметром 3-4 сантиметра. В сотейничке кипятим воды, немного ее солим и отвариваем каждый шарик по 1 минуте. Когда сварили тефтельки, не надо выливать бульон, он нам еще пригодится. Мы из него сделаем сырную заливку для тефтелек. Нарезаем сыр небольшими кубиками. Нарезанный кубиками сыр вываливаем в тот самый бульон, который у нас остался от варки тефтелей. Нам понадобится где-то 200 мл. Теперь выкладываем тефтельки в форму для запекания и заливаем сырным соусом. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, где-то на 25 минут. Наши тефтельки желательно сверху прикрыть фольгой, а за 5 минут до окончания приготовления фольгу мы снимем, чтобы они немножко подрумянились. Вот и все, дорогие друзья, замечательные тефтельки, которые подойдут и взрослым, и детям, у нас получились. С вами была передача «По кошеварим», я ее ведущий Виталий. Всем пока, до новых встреч!